Израиль подвергся ракетной атаке после ликвидации одного из лидеров террористической группировки «Хизбалла». Израильские военные сообщают, что некоторое время назад на севере страны сработали сирены воздушной тревоги. По предварительным данным, там упали 3 ракеты. Войска прочесывают местность. Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Предполагается, что ракеты разорвались в незаселенной местности. Ракетная атака может быть связана с ударом израильских ВВС по пригороду Дамаска, в результате чего погиб один из лидеров террористической группировки «Хизбалла» Самир Кунтар. Правительство Израиля приветствовало ликвидацию боевика, однако прямо не заявило о своей причастности к этому. Также отметим, что в прошлом ответственность за подобные обстрелы, как правило, брала на себя не «Хизбалла», чьи арсеналы насчитывают тысячи ракет различных типов, а небольшие палестинские группировки, действующие на юге Ливана.